10 октября церковь празднует память священномучеников Германа и епископа Вольского и священника Михаила. Священномученики Герман и Михаил – наши земляки. Их служение связано с Саратовской землей. Епископ Герман был назначен на Вольскую кафедру в январе 1918 года. Владыка был ревностным пастырем, его любили верующие. В августе того же года в Саратове был арестован священник Михаил Платонов за проведенную в храме во имя святого Серафима Саровского панихиду по убиенной царской семье. Владыка Герман дал благословение епархиальному совету обратиться к прихожанам с призывом бороться за своего пастыря и требовать его освобождения. Вскоре и сам владыка Герман, и члены епархиального совета были арестованы по обвинению в подстрекательстве к выступлениям против власти. После показательного процесса, проведенного в Большом зале Саратовской консерватории, владыка Герман был приговорен к 15 годам лишения свободы. Позже приговор был заменен на смертный. Отца Михаила также приговорили к расстрелу. Священник Михаил и епископ Герман были расстреляны в ночь на 10 октября 1919 года на окраине Саратовского Воскресенского кладбища и погребены в общей братской могиле с другими жертвами репрессий. В 2006 году оба священнослужителя были прославлены в лике святых новомучеников и исповедников.